Когда прыжки на бордюре начали уже получаться и хочется чего-то нового, попробуйте ступеньки. Это повысит не только ваш уровень катания, но и самооценку. Для начала пробуем присесть на роликах. Выберите устойчивое положение. Перед прыжком на ступеньки разогрейтесь приседаниями и обычными прыжками вверх. Начинать тренировку нужно с 2-3 ступенек. Для такого количества необходимо взять средний разгон. Подъезжая к ступенькам, немного присядьте и сразу резко выпрыгните, поджав ноги к груди. Когда перелетели ступеньки, начинайте выпрямлять ноги, совершая обычное приземление. Когда почувствовали уверенность, попробуйте выбрать ступеньки побольше. А теперь прыжки со ступенек. Внимательно осмотрите зону приземления. Перед прыжком проверьте, нет ли людей, и наберите достаточную скорость, чтобы перелететь ступеньки. Относитесь к прыжкам серьезнее, ведь они сильно нагружают коленный сустав.